Всем доброе утро. Вот хочу показать огурчики. Посеяла 21 апреля. Так-то они у меня вчера взошли. Но яйца вчера красила, не стала вчера снимать. Что-то поздновато с работы пришла. Вот три штуки с правой стороны. Это у меня изумрудный поток. Три штуки посадила, три взошло. А здесь вот две штучки. Это Клавдия Агро F1. Из четырех две. Ну, может быть, еще взойдет. Надо было вчера сразу уже достать из-под пленки. Я что-то оставила на батарее. И вот изумрудный поток. Вчера были только петельки, сегодня уже листочки взошли. Клавдия Агро сходит похуже. Но они и просроченные семена. Это я не помню, до 20 или до 21 года. Ну, ничего. Главное, взошли. Сейчас буду горбушу чистить. Пирог хочу постряпать с рыбой. И потом уже покажу, что получилось. Вчера красила яйца. Всех с Пасхой. Всем здоровья, мира и добра. Пока-пока.